Камчатские многодетные семьи освободят от транспортного налога на один автомобиль. Такое распоряжение дал Владимир Солодов. Накануне глава региона заслушал отчет Минэкономразвития о выполнении его поручения по снижению для камчатцев транспортного налога. Закон, который снижает ставки налога на автомобили старше 10 лет, уже внесен в краевой парламент и будет рассмотрен депутатами на июльской сессии. Также принято решение, что многодетные семьи будут полностью освобождены от транспортного налога на один автомобиль вне зависимости от его мощности. Сейчас действует ограничение до 250 лошадиных сил. Власти разрабатывают налоговый калькулятор для расчета сниженного транспортного налога. Его разместят на сайте краевого правительства.